Итак, на эту сцену готов выйти Гийом Бенальель, 8-летний пианист из Франции. Он обучается в Национальной консерватории Вальдьер. Его педагог Сергей Кузнецов. Гайден, соната си минор, Чайковский, апрель из цикла «Времена года».
Завершил свое выступление Гийом Бенальель, 8-летний музыкант из Франции. Он обучается в Национальной консерватории Вальдьер. Его педагог Сергей Кузнецов. Уважаемые члены жюри, прошу вас выставить оценки для Гийома. 11, 11, 11, полное единогласие. 33 балла получает Гийом. Елена Дмитриевна, пожалуйста, скажите несколько слов об этой оценке, об этом выступлении. Я думаю, что не оценка так важна, а выступление было очень интересное. Такой маленький еще мальчик, у него, по-видимому, большой интерес к разнообразному репертуару, и у его педагога тоже я должна поздравить его, потому что очень приятно слышать тоже первый раз сегодня классику. И, по-видимому, Гийом любит это произведение, очень разнообразно играл, из массы, много красок и много характера в этом Хайдне было. Мне очень понравился, особенно Хайдн. Мне немножко меньше понравился Чайковский, но это придет, может быть, слишком, пожалуй, может быть, отсутствовал, очень, немножко слишком как-то он серьезно играл эту пьесу, и я думаю, что со временем, может быть, больше нужно следить за тем, чтобы аккомпанемент был не настолько важен, как главная тема, и немножко более поэтично это играть. Но это все придет. У него есть несомненный совершенно дар, и ритмический дар у него есть, и вот это у него есть, как сказать, он умеет и хочет играть пиано. Это тоже очень важно на рояле, особенно в этом возрасте, когда дети любят играть громко. И у него есть вот это желание погрузиться и найти краски в пиано. И мне это очень понравилось. Я надеюсь, что это вообще первое из многих будет его выступлений. Большое спасибо. Спасибо. Я напомню, Гийом совсем юный музыкант, ему 8 лет, так что да, у него еще все, да, впереди. Все впереди, спасибо.